Сегодня я постараюсь ответить на вопрос, когда и почему при инвестициях в недвижимость имеет смысл открывать ГМБХ, а когда можно покупать объект на физическое лицо. Если физическое лицо покупает объект на себя, то он попадает под прогрессирующее налоговое обложение. Это от 0 до 42%, если доход до 250 тысяч евро, и от 250 – 45%. Для тех, кто живет в Германии и подает налоговую декларацию как физлицо, есть ряд возможностей снизить сумму выплат. Эта процедура называется Freibetrag – свободная выплата. Суть такова, что на определенную сумму вы не платите налог. Например, если у вас есть дети, вы начинаете платить налог только от дохода в 9 тысяч и больше. Нужно помнить, что для нерезидентов этой льготы нет, поскольку вы являетесь ограниченным налогоплательщиком в Германии. К сожалению, не все налоговые советники это знают. Зато хорошо, если это знаете вы и сможете проконтролировать ваших консультантов. Кстати, стоимость услуг налогового советника тоже зависит от вашего дохода и налогов. Ориентировочный диапазон от 300 до 1000 евро. Налоговая ставка зависит от уровня доходов. Чем выше у вас доход, тем выше налог. В общем случае, если доход высокий, мы открываем ГМБХ. Зачем это нужно? Частному лицу недоступны множество путей оптимизации налогов, которые есть у юридических лиц. Простейший пример – освобождение от промыслового налога, о котором я говорила в предыдущей серии. Какие еще преимущества при открытии ГМБХ? Возможность стать инвестором. На доход от одного объекта можно купить еще один. У вас есть возможность аккумулировать деньги в компанию, и вы можете их вкладывать снова и снова. Другое преимущество – возможность производить быстрые сделки купли-продажи, не задумываясь о спекулятивном налоге. А что такое спекулятивный налог? Это налог, вычисляющийся по прогрессирующей шкале налогообложения. Если вы планируете один объект купить и через 5 лет продать его с выгодой, а на эти деньги купить другой, это еще не промысловая деятельность. Физическое же лицо в течение первых 10 лет владения объектом при его перепродаже все равно должно будет заплатить за полученную выгоду. У меня на практике был такой случай. Клиент купил участок на физическое лицо. Цены в городе выросли в 4 раза, когда с момента начала инвестиций еще не прошло 10 лет. Клиент хотел продать этот участок, и представьте, какая прибыль у него возникла. Ему пришлось бы отдать налоговой около 35-40% от разницы купли-продажи. Мы оптимизировали данную ситуацию, сократили общее налоговое бремя. Клиент смог уйти от спекулятивного налога и вовремя и выгодно продать участок. Подытожим. Когда нужно открывать ГМБХ, а когда это не обязательно? Это зависит от доходов компании и ее размеров. Если компания имеет доходы от 50 тысяч евро и выше, то в данном случае однозначно будет выгоднее открыть юридическое лицо. Та же история, если вы планируете совершать не одну, а несколько инвестиций, и в совокупности они будут обеспечивать прибыль более 50 тысяч евро в год. Если ваш доход, скажем, больше 20 тысяч евро, я бы занялась более скрупулезным налоговым планированием. Ну а если доход от аренды составляет около 10 тысяч евро, с открытием компании можно не спешить.